Уборочная компания и заготовка сена в Актюбинской области оказалась под угрозой срыва. Причиной тому стал рост цен на ГСМ. Фермеры боятся разориться. Стоимость льготной солярки в регионе подскочила до 265 тенге за литр, что почти вдвое дороже прошлогодних расценок. Почему они вынуждены закупать топливо в соседней России, расскажет Лейла Уесова. Актюбинские фермеры возмущены стоимостью льготного дистоплива. Оно подорожало за последнее время уже на 40%. Главы крестьянских хозяйств требуют объяснения от Минэнерго. Тарифы устанавливают именно там. Люди недоумевают, как вообще делают расчеты с такими ценами на ГСМ. Можно и разориться. Ну, на 80% я по голове унижу. Нету сена, солярка дорогая. Весь конечный результат сельскохозяйства. Но помимо этого мы же кормим. Рабочие есть, механизаторы есть. Понимаете, и налоги все же мы платим. По словам аграриев, в прошлый уборочный сезон они платили за литр солярки 154 тенге. Весной этого года цена выросла до 207, а на уборку и сенокос стоимость подняли еще на 20%. Люди пытаются понять, откуда в Минэнерго берут такие расчеты. Соның ішінде для нас, крестьян, фермеров, которые кормят народ, как бы не было, которые даем работу тружникам села, как бы не было. Что, несчастных 500 тысяч тонн не могут найти по дизелю? Вот это вопрос хочу задать. Куда смотрит правительство? Кто мы? Повышение стоимости дистоплива в министерстве ранее связывали с подорожанием ГСМ в России. Поэтому объясняли, что вынуждены поднимать цены, чтобы отечественную солярку перестали вывозить в соседние государства. Но сейчас, говорят фермеры, цена на дизель там намного ниже, чем в Казахстане – 206 тенге за литр. Сейчас я живу на границе, да, наши заправки пустые. Все фуры уезжают на Россию, там заправляются. Ну ладно, это нас, фермеров, не касается. Кроме нас, фермеров, никто не заправляется на этих «Лидер», «Компас», да, вот, «Казмунайгаз». По словам чиновников от сельского хозяйства, устанавливать тариф на ГСМ не в их компетенции, но они готовы поддержать крестьян. На осенние полевые работы и сенокос в этом году выделено 6 тысяч тонн дистоплива, еще 8 тонн на уборку урожая. Мы приняли заявки от сельхозпроизводителей, все они отправлены. На 14 тысяч тонн мы комиссионно выбрали оператора. Фермеров предупредили, что отпускная цена на ГСМ будет 265 тенге за литр. Актюбинские аграрии надеются, что в правительстве их услышат и пересмотрят цены. А пока готовятся к поездке, хотят закупить более доступную солярку в России. Говорят, это пока единственный способ удержаться на плаву. Лейла Уэсова, Жомарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинская область.